Игра складывалась очень тяжело. Заметно, что Дина находится в очень серьезных физических кондициях, сильнее, чем мы, потому что они готовились к началу чемпионата, к этим двум турам. И, в принципе, как бы за счет вроде бы зацепились в первом тайме, но все же судья увидел шестой фол и как бы 2-0, и уже тяжелее было. А так мы во втором тайме вроде бы 3-2, вроде бы навязали борьбу и опять же пропустили. И у Дины ребята здорово бегут в контратаку, и, соответственно, с этого мы пропустили голы. И честь и хвала им. Поздравляю их с победой. Eu acho que, de maneira geral, a gente conseguiu fazer aquilo que a gente queria. В общем, в целом, игра закончилась так, как мы ожидали. Мы, в принципе, смогли выполнить установки тренера. Играли надежно, интенсивно и строго в обороне. И победа наша сегодня заслужена. Надеюсь, завтра нас также ждет 3 очка. Os erros que nós tivemos, mas amanhã outro jogo e vamos tentar sair com a segunda vitória.